Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в ХКР 2. Серия, которую я до этого снимал, ребят, не получилось, к сожалению. И в ней было очень много чего прикольного, интересного. Ну, во-первых, я получил вот эти вот шмотки, получил вот этот скин, также получил сундук, хорошенькие деньги. Ну и, как видишь, я взял 10 тысяч кубков. Но так как-то серия у меня не получилась, а не получилась из-за того, что лагала. Видимо, во время одного из лагов у меня прекратилась вести съемка. То есть, короче, видос не записался. Звук есть, а видоса самого нету. Поэтому я решил еще раз зайти и попробовать, может быть, взять 13 тысяч кубков, если у меня, конечно, получится. Так что поехали, большой воздушный кубок. Это что такое? Да, я взял себе вот такой вот, как ты видишь, новенький видос. Ну, именно клоун в шапке, в такой прикольной. Так, повысим бесплатно. Прокачал еще в той не записавшейся серии. Я прокачал себе еще немножечко ККМ-ку, потому что там было очень достаточное количество денег. А в принципе вот, они почему-то не потратились. Странно. Тогда вот, ребят, на ваших глазах я прокачиваю ККМ-очку. Будем потом на ней гонять. Да, жалко, конечно, что та серия не получилась. Она очень была хорошая. Там, тем более, я с боссом дрался за первое место. Два раза у меня не получалось, но все-таки я его смог наказать и опередить. Ой, упал как мешок, не знаю с чем. Так, сзади ролика. Но, тем не менее, я здесь занимаю первое место. Да, у меня серия где-то была минут 50, но я не знаю, здесь, если мы до 13 тысяч кубков хотим рвануть. Вот, серьезно, я даже не знаю, сколько... Смотри, на форсаже едет. Костик вот этот, на форсаже, ребят. А на форсаже, ну, я не знаю, попробуем его как-то... Эть! Сделали, сделали. Мы чуть-чуть были впереди, то есть буквально там на миллиметр, наверное. Но с форсажем, конечно, очень тяжело, ребят, конкурировать. У него, конечно, кончается очень быстро горючее на форсаже, но прибавку ему дает существенную в скорости. Ну, как видишь, я даже без форсажа смог все-таки занять первое место, что не может не радовать. Так, открываем сундук. Тут у нас зимние шины, амортизаторы прыжков. И едем. Что у нас там? Кубок по скоростному спуску. То есть зимой по скоростному спуску. Посмотрим. Я знаю, что этот тягач очень-очень жесткий. Вон, видишь, что он творит? Да ты что? Уп. Твою налево, все перепрыгнули, кроме меня, да, получается? Ну, я так и понял, ребят. И приехал я третьим. Как они там умудряются пролететь? Нет, у меня один раз было, вот даже в той серии, которая не снялась, у меня было пролететь, но это чисто случайность какая-то. Смотри, что тут происходит. Оу! А тягач там тоже, кстати, впендрюкался, если честно. Так, ККМ-ка, ну ККМ-ка-то понятно. ККМ-ка нормальная тачка. Так, он еще на крыльях как-то умудрился здесь взять первое место. Ну ладно, фиг с ним. Так, то есть у меня было третье, второе. Теперь нужно первое место, чтобы хотя бы, ну, как-то выровнять наше положение, что ли. Чтобы хотя бы... Ох, ё! ККМ-очка так плавно едет, как будто вообще, не знаю, ребят. Но все, я обещал первое место. Первое место мы взяли. И получается у нас 6 очков и на первом месте. Так, давай-ка мы откроем этот сундук. Такой себе. Ну, ладно. Так, погнали дальше. Это у нас что, фабрика получается, да? Магнитная цепь. Давай глянем, что у нас тут получится. Залетели, да? У кого-то не получилось, я видел там.
Я в тот раз, помнишь, тогда так врезался тоже. У меня машину перевернуло, и я упал. И свернул шею своему водиле. Благо, здесь все получилось хорошо. И полетел куда-то в небытие. Так, ну что, погнали дальше. Все зависит от того, ребята, как ты начнешь старт. Я начал старт очень некомфортно, неуверенно. Ого! Это сейчас что такое было, друзья? Я не знаю, что это сейчас такое было, но вон тот вон чувак, я смотрю, очень весело веселится на своих колесах. У него там что, я не могу понять. А, у него эти... Слушай, подожди, нет, у него нитро, я вот вижу, есть. А как же он тогда так пролетал? Наверное, на нитро, скорее всего. На нитро, скорее всего, он пролетал здесь очень быстро. Потому что другого варианта здесь... Вон, видишь? А почему... А что моя машина упала-то? Зашибись! Я, главное, ехал вперед, она взяла, упала. Просто свалилась, как мешок с картошкой. Ну, понятное дело, здесь я уже последним буду. Нет, все-таки третьим, да? Пришел три... А, вторым даже. Вторым, что-то я... Просто там так все мельтешит, ребята. Не поймешь, каким ты едешь. И казалось, что я ехал последним. Не зря у нас грустный клоун. Как вот я заметил, как только мы возьмем какую-то аватарку грустную или что там, я сразу начинаю проигрывать. Как только какую-нибудь веселую или борзую, мы начинаем выигрывать. Смотри, смотри, что делает это. Как вы сказали ее? Вертушка, да? Как вот он едет на этой вертушке? Задом, я не могу понять. Это же он задом едет на ней, не передом же. И я его обогнать не смог. Да ну, что-то бредятина какая-то. А что он такой там? А, магнитный ускоритель. Ребят, магнитный ускоритель. У них у обоих, причем этот магнитный ускоритель стоит. Блин, если бы я немножечко бы опустил бы перед у машины, мы бы заняли бы первое место. Да че у меня старт-то такой вшивый, я не пойму, блин. Ну где там ваши там монетные ускорители-то? Я не вижу их. И, ну, заняли первое место. Но по итогу ты все равно там вторым. Первым? Да что ж ты будешь делать-то? Я все рассчитываю на меньшее, а получается больше. Но это хорошо. Вот теперь, теперь у нас кубок Сумрачной долины. Это, ребята. Кубок Сумрачной долины. Это тебе не шуточки. Все мы прекрасно помним этот кубок Сумрачной долины. Крыша у меня уже сорвала. И занимаем первое место. Малори клоун. Так и держать. Все-таки как много, ребята, решает вот этот вот первый, так сказать, финиш вот эти. Ну не финиш, а стартуй. Как ты стартуешь, да? Пипец. Вроде все так шло неплохо, и в итоге вообще четвертым. Третьим пришел. Вот такая вот жесть, друзья мои. Пересчитал тут все эти пеньки. Так, это случайно не там, где вода у нас будет? Что-то мне так впечатление, что там, где вот вода и этот... Нет? 7 очков, да? Мы опять первыми. Так, а, это мы уже взяли первую награду. Слушай, я не уверен, что мы дойдем с тобой до 13 тысяч кубков, хотя... Ну, дойти-то дойдем, но сколько нужно будет гонок сделать? Вот я к чему. Ой-ой-ой-ой-ой. Да.
А что там за мотоцикл? Что у него там за турбины такие? Слышишь? Свист. Чего? Он, я понял, ребята, он просто летел на этой фигне. У меня, кстати, такая штука тоже есть, но я что-то не уверен, что она очень хорошо мне пойдет. Этот у нас идет на магнитном ускорителе, да, получается? Смотри, сколько ролик. JD, этот JD мне очень часто... Очень часто попадается этот JD. Немец. А чё этот чувак-то не этот? Не использует свои эти... ускорители-то. Упс, я вниз. Да ну ёпрасете, ну чё ты... Трындец, блин, ребят. Все, приплыли. Ты серьезно, мотоциклист разбился? Так, и по итогу я получаю как сколько? 6 очков. Первое место у меня. Окей. Ребята, весенний город у нас накануне. Кстати, весна. Ребята, весна. У нас даже на севере весна. Птички поют, солнышко светит. На душе очень-очень круто. Потому что скоро будет тепло. Будет скоро приятно. Кончились эти морозы. Прям аж вот комфортно, прям, понимаешь? Так, слушай, ролика там какая-то меня. Так и хочет, а? Посмотри. Но нет. Не взял он. Че у него там за самурай какой-то непонятный едет? На Гената из окна торчало, ты видел? Слушай, он меня еще и обогнать хочет. У него еще и шанс такой есть обогнать, прикинь. Да, тут я, конечно, топово проехал. Ну, 4 гонки. Это тебе не хухры-мухры. 4 гонки. За 4 гонки можно и выиграть, и проиграть 2 раза, да? Все зависит от того, на как ты будешь приземляться. Если будешь нормально приземляться на... именно на 2 колеса, которые будут тебе давать дополнительный вот такой подбустик, тогда все будет отлично. Если ты будешь приземляться как картошка, ну, мешок с картошкой, то, конечно же, ничего у тебя не получится. Что у него за машина такая, я не пойму, там вообще там ряженый какой-то. Какой-то ряженый просто едет. Какой-то ряженый. По-другому у меня нет слов его назвать. Оу. Видишь, он там на Геннадий махает. Не пойму, у него там турбина или чуть-чуть. Как он набирает скорость? Как? Как ты, гаденыш, набираешь скорость, а? Объясни мне. Нет, все равно он слабак. По сравнению со мной, он слабак. У меня 12 очков. Так, пора открывать нам сундуки. Опа, готика. Это что такое? Шапка? Что это за новый какой-то аксессуар у нас открылся? Давай посмотрим. Так, надо, чтобы Рэй повысил. Так, у нас даже вторых лидеров нет. Так, допустим. Так, у нас гонка открыта, гонка открыта. Ну что? Погоди-ка, я же... Ну я же дневки получал.
Давай, наверное, сделаем... Тьфу, ты что делаю? Сделаем этот... Ну, на кубки пойдем. И вид, вид поменяем. Вид возьмем новый. О, шапка. Плюс лицо, которое я заработал. Это вот лепрекон. Плюс я заработал штаны. А штаны эти... Фиг знает от какого костюма. Я не знаю. Ну, в принципе, вот такой вот чудик у нас получился. Будем ехать лепрекошей. Туннели. Только одно, друзья мои, говорю. Если вы пустите лидера, то потом не жалуйтесь, что вас кто-то там из команды выгоняет. Хорошо? Раз вам не нравится, что один лидер всего лишь я. Потом просто не говорите, что вот меня скинули. Пожалуйста, там разблокируй и так далее и тому подобное. Чтобы я впредь этого больше туда не слышал. Все, ребят. Первое место. Отлично. Тяжеловато было, не скажу, что было прям такое легкое. Идеальный старт. Написали идеальный старт у меня. Где же он идеальный-то? Прикинь? Вот. Что? Что? Ребята, как говорится, не там смерть настигла так-то. А как это? Как это ватрушка или вертушка? Как это? Вертушка. Как она там оказалась-то? Мы, значит, там сидим все, пыхтим где-то позади, а она уже впереди всей планеты. Ну, понятное дело, тут валун. Как всегда, он мешается. Давай, 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 давай. Подбусти. Правильно, первое место, оп. Хорошо. Так, и в итоге мы первыми. Так, ну что, друзья мои, погнали дальше. Не идеальный, да, не шиша старт. Это мотоцикл там наяривать, будь здоров. Оп. Куда мы там летим? Я даже не знаю, куда мы там летим. Мы приземлились в воду. И вот финиш. Виктори. Все прекрасно, все идеально, ребят. Идеальный старт написали. Чувак там в костюме в каком-то. В этом, в скафандре, да? Ну у него, ой. Один минус. Мотоциклист, я так понимаю, разбился. Походу дела насмерть. А мы опять первые. О, лепрекон, ребят, лепрекон, он как там? На удачу, да, вроде бы? С горшочком золота, четырехлистный клевер. Все это туда, к Скандинавии. Ну да, чудить-то нам, конечно, не впервой. Каким я еду? Третьим. Ну, надеюсь, так и останется. Да, третьим. Так, а по итогу все равно я первый. Друзья, гора смерти нас прям так и предупреждает. Рэй, впереди гора смерти. Будьте начеку. Офигли мне. От меня тут мало чего зависит, ребят. Тут больше зависит от моей машинки, как она... Да. Ролики тут, смотри. Нифига у него тут машина, как заводной ключик там все дела. Слушай, паршивый трасс на самом деле. Слушай, вот эта вот ролика, которая там сзади, меня прям... Убивает. По-моему, он сам себя там убил. Он врезался, да. Там шляпа отлетела у него и все тому подобное.
Действительно, была какая-то гора смерти. Но мы приехали здесь первым. Но пока мы имеем здесь второе место. Нифига не идеальный старт. Я бы сказал, далеко не идеальный. Повелся на этого. Засмотрелся, думал, что так и надо делать. Но нет. Так, итого у нас получается 7. Я первое место, ребят, занимаю. Угу. Так, давай открывать сундуки. Окей. Так, еще одна гонка. Горный кубок. И мы с тобой возьмем награду. Надеюсь, эта серия запишется. Но, по крайней мере, здесь никаких глюков не было. Ни вылетов, ничего не было. Там у нас просто игра зависала. Прям в процессе езды зависала, потом отвисала. Все гонщики начинали с того места, откуда и, ну, и где все, как говорится, и останавливалось. Здесь пока никаких сбоев не было. Так что, надеюсь, эта серия, ребят, удачно будет. А там, конечно, да, там жесть была. С боссом с этим, который у нас на мотоцикле там ехал. Еще и трассу дали, вот эту вот диверсия так. Аттракционы, трэш какой-то. Это в первый раз, второй раз мне дали. Короче, я выиграл Босяцкого на ледниковой трассе. То есть там, где снега, вот там я его смог выиграть. А на диверсиях в первый раз я сразу же начал перевернулся там, короче, разбился насмерть. Во второй гонке он меня выиграл в сухую, грубо говоря. А в третьей мы практически одинаково заехали на финиш. Но он был чуть-чуть, как тебе сказать, чуть-чуть быстрее. Поэтому засчитали ему победу. Без идеального старта, блин. Я вниз пойду. Я пойду вниз. Манал я там на эти верхушки лазить. Так, здесь вниз. Ну, в принципе, моя тактика здесь отлично сработала. И я финишировал первым. Так, зарабатываем с собой 9000 монет. Плюс открываем здесь сундук. Столичный кубок. Так, дай-ка я еще прокачаю нашу ККМ-ку. Аккумулятор тут. И ускоритель. Все. ККМ-ку буду подготавливать к этому, в приключения. Мне сказали, что на ККМ-ке в приключения типа вообще идеально ехать. Посмотрим. Естественно, по возможности, ребята. Воу-воу-воу, тягач, тягач. Я не знаю, как он умудряется, вот этот тягач. Я думал, что он какой-то, ну, неповоротливый там, знаешь, нерасторопный. Ага, нерасторопный. Он бывает просто может тебя в сухую сделать. Будешь, как говорится, ехать сзади и выхлопные газы. Тягач перевернулся, да? По-моему, перевернулся. Кто-то там хотел, но не получилось. Кто там? Блин. Третьим приехал. Ну, слишком много времени потратил на всякую ерунду. Что-то тут вообще какая-то конкуренция лютая, ребят. Есть. Так, и по итогу мы приехали первыми. Угу. Открываем сундук. Смотри-ка, для ролейки. А амортизатор прыжков, который может, естественно, еще прокачаться. Но, друзья мои, амортизатор прыжков... Какой там третий уровень? Я так понял, что его нужно прокачивать, ну, очень хорошо, если ты хочешь действительно на нем
гонять на этом амортизаторе прыжков. Потому что в данный момент, который второго уровня, он у меня есть. Пш, зашибись. Ты видел, что, как подкололи? Помнишь, в тот раз так же ветром поддуло, и моему персонажу просто голову таким образом снесло. Шею. Да-да-да. И... блин, тут одна гонка, что ли, получается? Ладно, возьмем горючку. Да, тут опять одна гонка, ребят. Ну, то есть длинная, но одна. И я первый приехал. Отлично. Мы приехали первыми. Сколько тут еще гонки? Три, наверное, да? Надо будет проехать нам. Новые колеса. Обожаю, когда получаешь что-то новенькое за гонку. Идеальный старт. Старт идеальный, но крокодил меня, конечно, под... оу! Да, ну вы поняли, да? Там очень много времени потратил. Каким? Вторым. Вторым. Там ролика, короче, первая была. Все-таки умудрилась меня как-то наказать. Так, а что тут наказать? Тут, ребят, смотрите, трассы такие хитрые. Во! Вообще чуть не перевернулся, прикинь. Что происходит? Третьим, что ли, получается, да? Третьим, друзья мои. Три очка у меня всего лишь. Там чувачка у какого-то 6 очков. То есть первым нам уже здесь вообще не светит приехать. Как бы я тут ни старался. Ты серьезно? Да. Третьим отъезжаем назад. И это у нас пляж. В прошлой серии, которая не записалась, ребят, на пляжу было, конечно, прикол. Там... наверное, этот прикол... нет, нормально. Я уже думал, сейчас этот прикол повторится. Так, вот это вот правильно, перелетаем. Нечего нам там... на крышу! Есть! Да как этот дурант меня обогнал? Блин, опять он с магнитным ускорителем, ребят. Откуда я знаю, что он с магнитным ускорителем? Ну, видишь, у него магнит сзади висит. Поверь мне, он едет не чтобы магнитики, наверное, не чтобы просто собирать тут горючее и вот это все. И это почти на финише, да? Ну, ну... и примехонько мы заехали на первое место. Отлично. Фьюх. Да, замечательные, ребята, гонки. Блин, ну почему мне не достается на... хотя, с другой стороны, да, думаешь, ну вот она тебе досталась, вот она тебе выпала. Но она же не прокачанная, Рэй. Она не прокачанная. Нифига! Понял. Чувак на амортизаторах. На попрыгульках, ребят, одним словом. Но он, наверное, не для той трассы выбрал. Хотя фиг его знает, как он тут вообще работает. На какой трассе оно не на какой. Я знаю, что у меня есть ускорение. Когда больше 2 секунд держишь на газ, есть вот это вот, когда он набирает обороты. И есть, когда мы с тобой с высоты, с такой средней высоты, приземляемся на оба колеса, у нас есть буст. У кого-то что-то отлетело. А, ракета, понял. Вот сейчас, в данный момент, вообще паршиво мы сделали. Очень плохо. Вот сейчас хорошо. Слышал звук? Это вот когда на 2 колесика приземляешься, такой... это вот дает тебе ускорение. А раньше мы могли просто вот так упасть. По крайней мере, это у нас происходит именно на супердизеле.
Мы когда падаем с высоты, у нас бух, как картошка с этим, как мешок с картошкой. И все, ребят. И вся твоя скорость, которая была до этого набрана, она просто теряется. У Ролики, вот именно благодаря вот этому вот, так сказать, идеальному приземлению, все сохраняется. Ну, может, чуть-чуть, самую малость тратит, именно когда вот само приземление. А так, я одного не могу понять, почему у меня машину стало задирать. Такого раньше не было. Не было вот этого задирания. Сколько мы ездили? Не впервые же катаемся. И вот ее начинает закидывать, задирать. Почему происходит это? Без понятия. Так, друзья мои, опять у нас шахты с вами. И опять, наверное, какие-нибудь заковыристые, как всегда. Смотри, смотри, смотри. Три ролики плюс ККМ-ка. У меня уже облегченный вариант. Но это мне не помогло. Второе место. Эй! А че? Да че, блин, произошло-то? Ёпрос, это, блин. Ну, пипец, ребят. Дай бы уже третьим буду. Что случилось с машиной-то? Все было, блин, нормально. Нет, вот на тебе. Не знаю, что произошло там. Ну, второй. А по итогу... По итогу вторым, ребят, приехал. Зима на носу. Да меня не волнует ваша зима на носу. Поехали. Идеальный старт. Да, чудило там. Навернулся, но и так ему и надо. Тут Гомер какой-то чуть-чуть. Кто там, Гим? Не Гомер, а Гим какой-то. Окей, 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 окей. Летим. Че, опять одна гонка, что ли, всего лишь? Так, друзья, по-моему, здесь одна гонка, я так понимаю. Да, я горючее взял, все, можно спокойно ехать. Тут дальше не волнуемся. Все, выходим напрямую. И финиш здесь. Все. Ну, есть. Ну что, ребята, 13 тысяч кубков, как я и обещал, взяли. Дальше идет какой-то костюмчик. А этот костюмчик у нас есть, случайно или нет? Что-то сейчас посмотрю. Такой костюм знакомый. Слушай, нету у меня такого костюма. Ну что ж, в следующей серии мы этот костюмчик получим. Обязательно. Сделай меня и Легиона. Ребят, вы видосик посмотрите, послушайте, что я вам говорил по поводу лидера, и уже решайте сами. Ну, а я буду завершать на этом эту серию. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.